Сдать клинику в эксплуатацию планировали еще в апреле прошлого года, но из-за проблем с подрядчиком сроки неоднократно переносили. Очередные отговорки и оправдания от строителей на этот раз губернатор слушать отказался. Ровно неделя на принятие решения. Или стройка продолжается, или меняете подрядчика. Деньги в прямом бюджете заложены. Освоить их не можем. Это абсурд сам по себе. И я еще скажу, освоение само по себе не самоцель. Реальный результат строительства капитального центра, который будет введен в эксплуатацию. И все. И когда здесь появятся первые детки, считайте, задачу выполнили. Игорь Николаевич, за вами решение. Еще недели. Услышали тоже подрядчик? Также глава региона посетил 4-ю городскую больницу в Сочи. Сегодня она оснащена самым современным оборудованием, и врачи готовы оказывать всю необходимую помощь жителям и гостям курорта. После там же медики собрались на краевую коллегию, где подвели итоги работы за год.